На смену славянским хитам – мировые. Второй и решающий тур конкурса исполнителей эстрадной песни этим вечером на главной площадке Славянского базара. Музыкальная борьба будет жаркой, ведь сразу 10 участников разделяет всего лишь 7 баллов. Первый концерт завершился за полночь, а сегодня ранним утром конкурсанты уже на репетиции. Готовятся исполнить известные на весь мир песни. Ограничение лишь одно. Трек должен быть не больше 4 минут. Белорусский участник Иван Зданюк, как и накануне, откроет вечер. Это двойная ответственность. Это очень серьезный момент, потому что вчера, когда я выходил, действительно было очень такое напряжение, потому что я не очень ответственный, я не знал, как примет меня зал. И когда я вышел и начал петь, и увидел, что каждый, кто здесь сидел, начал меня поддерживать, начал петь вместе со мной, танцевать, кто-то хлопать. И тогда у меня сразу зарядился, мурашки шли по всему телу. Лидер по итогам первого тура – участник из Казахстана. Из 90 возможных баллов у него 89. Но основная борьба развернется сегодня. На репетиции вокалисты берегли связки, согревались чаем, а участница из Израиля и вовсе проводит белорусское лето в шубе. В Израиле сейчас 34-35 градусов тепла, очень жарко. А в Витебске приходится утепляться. Для меня тут настоящая зима. Чем больше будет для музыкантов, думаю, еще больше эмоций надо давать. И это еще хорошо. Вот этот зал для меня вот прямо вот. Интрига конкурса разрешится ближе к полуночи. Впрочем, жизнь на Славянском базаре и сейчас продолжается на все 360 градусов. На сцене летнего амфитеатра сразу 3 концерта. Артисты на любой вкус, от ансамбля «Золотое кольцо» до Ольги Бузовой. А тех, кто любит танцевать, приглашают на Площадь Победы. Там 9-часовой марафон. Присоединился даже директор Славянского базара.